130 спортсменов из 26 регионов. Столько участников ожидали организаторы на Кубке России по пауэрлифтингу в Сочи. Но до побережья добрались не все. Помешала разбушевавшаяся в Краснодарском крае стихия. Те, кто приехал сюда, многие удивили хорошими результатами сборники. Вот. Кто-то, конечно, немножечко после международных стартов расслабился и не смог показать максимальный результат. Ребята, которые приехали, многие прибавили из регионов, показали свои личные хорошие результаты, рекорды личные установили. За бортом турнира оказались и звездные тяжеловесы, но состязания от этого не стали менее зрелищными. Спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата работают с приличным весом и могут дать фору даже здоровым атлетам. Ко второй, финальной для себя попытке готовится Константин Мацнев из команды Тамбовской области. Один из лидеров Кубка. Рекорд России не устоял. Мацнев взял 226 килограммов. Кстати, в Сочи он побил рекорд страны, который поставил сам же на недавних соревнованиях в Польше. И таких результатов 46-летний спортсмен добился всего за 3 года. Конечно, на допинг сдаю каждый раз, очень часто. Ну, потому что, естественно, нормальный человек, то есть не верит в такие прогрессы за такие короткие времена. Как-то я вообще-то к 50 иду, то есть чтобы на мир, на Паралимпиаду поехать. То есть там меньше 40 ловить нечего, то есть, естественно, надо продвигаться к 50. Кто-то бьет рекорды, другие только пробуют себя на крупном турнире. Для ряда спортсменов соревнования в Сочи, которые прошли на базе Югспорта, стали первым серьезным стартом. На Кубок России я привезла 6 ребят, 6 мужчин в разной весовой категории с различными заболеваниями. 3 спортсменов у меня уже являются опытными, уже не первый раз выступают на российском уровне. 3 спортсмена, можно сказать, впервые на таких крупных соревнованиях. Кубок в Сочи – это завершающее соревнование года для пауэрлифтеров. В феврале главный старт – чемпионат России. Он пройдет в Брянске. Ну а победители Кубка по пауэрлифтингу в Сочи получили заветные медали. Кстати, лучшей в командном зачете стала сборная Краснодарского края. Следом Санкт-Петербург и Тамбовская область. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.